Минздрав планирует ввести цифровую идентификацию пациентов. Face ID поможет искоренить приписки в поликлиниках. Об этом на пресс-конференции ВСК сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов. В Казахстане сегодня действует 7 основных медицинских информационных систем. Всех их необходимо оптимизировать, а данные объединить, уверен вице-министр. Мы сейчас реализуем принцип «данные за пациентом». То есть, чтобы эти данные, неважно, где они формировались, генерировались, медицинские данные, они были в одном месте, у государства. И если завтра пациент обратится в какой-то госпиталь, больницу, поликлинику или какой-то кабинет, соответственно, согласие пациента, цифрового согласия пациента, и есть информированное согласие. Если ты получаешь, ты автоматически даешь согласие. Если обращаешься в медицинское, информированное согласие. Тогда медицинский работник той новой организации может со своим электронным цифровым ключом получить необходимое досье на пациента.